при Свято-Ильинском храме Краснодара начинает работу православное военно-патриотическое братство Ильинское. Его руководителем является староста храма Михаил Игоревич Фокин, подполковник запаса, ветеран подразделения по борьбе с терроризмом «Альфа-Краснодар». Девиз братства – «Не числом, а уменьем». Дети в возрасте от 8 до 17 лет, желающие научиться защищать Родину и веру православную, при отсутствии противопоказаний по здоровью могут записаться в братство. Для детей до 14 лет запись совершается с родителями или опекуном.